практически во всех регионах Северного Кавказа есть горнолыжные трассы, а в Ингушетии никогда не было. И то, что сделано, это сделано быстро, но правильно и с любовью. Канатная дорога отвечает всем требованиям, когда проезжаешь опоры, то нет никакой тряски. Кто понимает в трассах, то протяженность трассы 1200 метров и перепад практически 300 метров. То есть этот перепад по международным правилам позволяет проводить международные соревнования. Это уже много. Но у нас-то цель была, чтобы впервые в истории могли люди начинать заниматься этим видом спорта, туризмом и отдыхом. А развитие в целом туризма, то это большой пласт, не раскрытый. И, конечно, одной из маленьких ручейков это будет горнолыжное направление. Плюс все, что связано с альпинизмом, второе направление. Третья культурная программа, потому что больше памятников старины, как здесь, ни в одной из республик Северного Кавказа нет. То, что здесь чистота воздуха, климата и, конечно, вот та магистраль, дорога, которая ведет и в Грузию, рядом и Гудаури, это в перспективе позволит общаться и с другими, как говорится, регионами, сейчас странами. И, конечно, мне повезло то, что я с раннего детства знаю все горнолыжные курорты мира. И то, что мы с вами смогли нашей страной выиграть Олимпиаду в Сочи, это вот и позволило нам дать новое развитие всему Северному Кавказу. И то, что председатель правительства и президент нашей страны пошел навстречу, невзирая на большие траты и с привлечением инвесторов, чтобы здесь, на Северном Кавказе, был мощный туризм, много рабочих мест. Вы знаете, если это горнолыжный туризм, то это отели. Отели должны быть, естественно, и пятизвездочные, и отели, сеть отелей, она привлекает уже новых специалистов, которые обслуживают в сфере ресторанов, гостиничных комплексов. Это будет привлечение и в то же время обучение всех людей для того, чтобы получать хорошую зарплату, никуда не уезжать, встречать гостей. И вот те традиции, которые есть у всех народов Северного Кавказа, а в Ингушетии особенные традиции. И здесь особая задача журналистов, ваша задача, ваших поклонников, чтобы быстро могли люди освоить вот этот маленький курорт, который позволит нам в дальнейшем делать развитие всего туризма и горнолыжного спорта. А что связано с горными лыжами, это начальная была стадия в давние времена. Родились новые виды спорта. Сноуборд, фристайл, могул, акробатика, параллельные кроссовые старты и в горных лыжах, и в доске. То есть разнообразие огромное. Это все сочетается в дальнейшем развитии. Мне приятно, как специалисту, я считаю специалистом мирового класса в области горных лыж, что есть возможность развивать Северный Кавказ. Северный Кавказ я тоже знаю с детства, поскольку много-много лет провел и на Эльбрусе, и много времени провел на Чигете, и проводил все международные наши соревнования. Но перспектива именно за нами. Весь мир хотел бы увидеть новые пласты, новые курорты. И вот Ингушетия – одна из частиц, которая позволит нашей стране развиваться дальше.